Если бы не поддержка Светланы Думинской, ну, проект бы не смог существовать. То есть вот, мы бы продолжали работать как киноклуб раз в неделю в туристическом агентстве, пока не надоели туристическому агентству. Вот. Ну, потому что это все-таки хлопоты. Вот. А, поэтому, то есть, ну, благодаря этому человеку и центр как бы продолжает существовать. То, что она нам симпатизирует и... Ну, в общем-то, и на комиссии я бы не выступил, если бы не ее поддержка. Так что я очень благодарен за то, что появилась возможность на практике реализовать то, что было давно задумано. Вот. А все-таки я не знал, что получится ли у нас сформировать сообщество.